Ребенка. Эй, не доставай! Мы тут на службе. Чертов идиот. Клетка — это уже перебор. Перестраховывается с тех пор, как сбежал старика. Что за звук? Сюда пробралась. Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание! Вместе! Бесполезно, Рейс. Готовы? Прыжок! Проклятье! Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о духе Солнца. Императрица Солнца, владычица Яматая. Да ты шутишь. Это... считаешь, это Яматай? Да. Похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Держитесь за что-нибудь! Нет. Здесь все едва держится. Пол уже ходуном ходит. Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично! Так, что теперь? Второй противовес. Он закреплен вон там. Я тебя держу. Нет никакого пола! Надо выбираться! Черт, так не годится. Лара, только осторожно! Сейчас вся гора взорвется. Okay.
на свободе, но здесь все рушится. Я назначил место встречи сразу за мостом. Вертолет скоро прибудет. Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса?